Приветики всем, мои дорогие, с вами Руслан и мир модов Евротрак Симулятор 2. Ребятки, собирали мы с вами сборочку, ну как бы не сборочка, а промост 2.57 плюс все дополнения и плюс мап Канада. Ну еще у нас там было что? Русмап. Ну, ребятки, как бы так, все нормально, все хорошо, все зашло, всем понравилось нормальным ходом, но народу мало. Народ требует сюда доставить какие-то наши русские карты и пожелания от народа, чтобы было меньше там всяких коннекторов, всего остального. Ребятки, сделаем без вопросов, но не забывайте, что у кого послабее компьютеры, такие сборочки чуть побольше, они будут, ну скажем так, некорректно себя вести в режиме конвой, чтобы это имели в виду. Ну, раз народ просит, значит, назовем это все народной сборкой. И поехали, будем собирать. Версия игры, ребятки, 1.42.1.7S. Официалка стимовская со всеми дополнениями, то бишь DLC. Идем, ребятки, в модики. И с чего мы начнем, ребят? Как вы просили, чтобы без всяких там заморочек, без коннекторов, без всякого такого лишнего. Ну, что у нас получилось? Получилось у нас вот что. Идет у нас снизу наша доблестная Казахстан 2.0. Смотрите, снизу ставите модель, потом мап, потом деф у нас идет. Потом у нас идет южный регион, модель 2, модель 1, деф and map. Потом у нас идет, ребятки, дорога к Аралу. Ну, тоже неплохая карта, класс, она, как говорится, всем заходит. Да, ребятки, пробовал я сюда ставить Волгу мап. Нормально становится, стыкуется, все хорошо, но когда начал тестить, она мне как-то вот, ну, некорректно повела себя вот в данной сборке, я ее не стал ставить. Захотите при желании, можете вот поставить ее вот выше южного региона, но я думаю... Я думаю, не стоит, потому что сильно фризит она. Вот почему-то, вот я не знаю, может быть, то, что она не обновлена. Но хотя вот у нас и Казахстан не обновлен, и Южный регион, в принципе, он как бы не обновлен. Все оставалось с версии 1.41. И Арал, но тем не менее, все идет нормально. Ну, Волга мап как-то вот так себя повела некорректно, скажем так. Ну, ладно. Я думаю, понятно, да? Снизу Казахстан. Еще раз давайте. Модель 1, map, dev. Потом у нас идет модель 2, модель 1, южный регион, dev and map, дорога к Аралу. Потом русмап, dev идет у нас. Потом у нас идет промоц, asset, промоц. Модель 3, 2, 1. Потом у нас идет промоц, медиа, map. И здесь уже идет файл dev. Я думаю, уже все знают, да, что... Если же вы катаете конвой, значит, dev-файл нужно ставить для конвоя. Не катаете конвой, играете в одиночку, значит, dev-файл надо ставить именно с промоц 2.57. Я думаю, понятно, да? Так, дальше у нас идет промоц Ближний Восток. Идет у нас dev and map, потом идет у нас asset, потом у нас идет Red Sea. Это дорога вдоль Красного моря. Map, asset, потом у нас идет Норвегия, дополнение, дополнение Иберия, потом дополнение у нас идет Париж, потом у нас идет обновленная наша Польша, asset, модель, map, dev, и вот этот специал транспорт, но это уже при желании. Так, дальше у нас, ребятки, идет Сибирь, map, идет вот модель и map and dev. Потом у нас идет Русмап, модель 2, модель, мап. И вот, вот этот SZM аддон, расширяющий Ленинградскую область. Ну и здесь вот коннектор. Коннектор для соединения Русмап именно с промоц. Какой вы захотите видеть Мурманск, такой и поставите. Я вот использую Мурманск именно промодовский. Вот я поставил промоц. Кто же захочет использовать Мурманск с Русмап? Поставите здесь RusMap. Я думаю, понятно, да? Ну и дальше подложка. И все те моды, которые вы используете в игре. И вот еще, ребятки, там пишут в комментариях, что вот, с этим вот модом на отображение, именно в конвое,
вылетает. Ребят, я не знаю, что у вас там вылетает. Все нормально, корректно работает. У меня вот этот мод, чтобы видеть игроков конвоя, именно стимовская версия. Все работает прекрасно. Я его ставлю вот самым высоким приоритетом. И без вопросов все работает. Я думаю, понятненько, да? Так, ребятки, еще один нюанс именно по южному региону. Ребят, те, кто смотрят мои видео, те, в принципе, знают. Ну, напомню. Ребят, когда вы скачаете южный регион, да, ставить будете только вот модель 2 и модель 1. Файл dev из архива южного региона не трогайте. Будет ссылочка в описании именно на фикс, ну, как бы не фикс, а тот же самый dev-файл. Только этот dev-файл, он уже не дает вам вылета в городе Туапсе. Если вы поставите dev, вот этот dev-nmap с архива Южный регион, у вас будет вылет в Туапсе однозначно. Поставите вот этот типа фикса, все у вас будет работать отлично и корректно. Ну, все ссылочки, все будут в описании под видео, я думаю, не запутаетесь. А кому что-то будет непонятно, посмотрите предыдущие видео, там все рассказано досконально. Я думаю, понятно, ребятки, да? Вот такая у нас, как бы так, народная сборка всеми любимых карт, которые, в принципе, заходят абсолютно всем. Вот, ребятки, как вы и просили, вот такая корректная, сбалансированная, нормальная сборочка для классных покатушек, хоть в одиночке, хоть в конвое. Поехали теперь в карту и посмотрим, как это все дело у нас выглядит в игрушке. Поехали! Вот, ребятки, мы в карте. И не забывайте, ребятки, данная сборка работать будет только лишь на версии 1.42. И вам нужно иметь все DLC карт в обязательном порядке. Я думаю, понятненько, да? Так, смотрим. Ну, это все вам уже, я думаю, знакомо. ProMods. Плюс все вот эти дополнения к ProMods. Все как положено. Так, потом у нас что тут идет? Ну, здесь, естественно, чуть-чуть переработана наша Иберия, Париж. Естественно, у нас здесь перестроена Польша. Наша доблестная Русмап. Отлично. Здесь у нас вот дополнение, кусочек Норвегии. Так. Что у нас идет дальше, ребятки? Дальше у нас идет Южный регион. Потом у нас идет наша доблестная карта Казахстана. Дорога к Аралу. Ну и вот этот... небольшая, так сказать, карта Сибири. Ну, обещают ее расширить, когда это дело все будет, я не знаю. Так, и вот тут это дополнение, ребятки, у нас, которое расширяет именно Ленинградскую область. Вот оно, здесь у нас что? Ну, я думаю, все уже знакомы. Тут Тихвин, Олеховщина, Винницы. Ну, тут еще вот парочку. Ну, как бы так, нормальным ходом. Я думаю, уже будете довольны, ребятки. Захотите Волгу Мап подкидывать, подкидывайте. Я вам уже объяснял. Но как-то она мне, ну скажем так, данная этой сборки, она некорректно себя ведет. Так, ну и естественно, вот это наше дополнение Ближний Восток, ребят. Все отлично, все прекрасно. Там, я не помню, кто-то писал в комментах, что идет вылет именно в Хургада. Ребят, не знаю, никакого вылета нету. Я вот специально вот проехал. Так, откуда вот? Бур Сафага. И пошел я, пошел. И никаких вылетов, ничего я нигде не обнаружил. Все работает корректно, достойно, все прекрасно. Ну вот, ребятки, вот такая у нас народная сборочка. Катайтесь, наслаждайтесь нашей доблестной Евротрак Симулятор 2. Гоняйте с друзьями в конвой, я думаю, будете довольны. А посим, мои дорогие, будем с вами прощаться. Как всегда, короночка, понравился видосик, не забудь, поставь лайкосик. И будьте мне здоровы, мои дорогие, берегите себя, всем температурки 36,6, и будьте мне здоровы. Всех благ, до новых обзорчиков, всем пока-пока.